и богослужения возвращаются. Володя, батюшка провел службу как раз духа в день после Троицы. Дождик идет. Синовые идут. Прошли. Это Володин дом. Сквозь стекло специально видно, как капли дождя. Вот дождались. Сено никто не собрал. А это Юрий косит. Вот выросли кверху. Высоко провода уже доставят. Ветлинки маленькие. Придется спиливать часть веток. Вот. А этот дом. Так приезжают гости. Павла. Брали для Никиты. Но он уехал. И тут же растут деревья у него. 12 березок. Вот так. Идут братья. Вот они идут, наши братья. Данила, Николай, Анатолий и Юрий. Вот еще почти не видно. Ну, вообще-то видно маленькое. Это я тут первый на велосипеде-то прилетел по дождю, показать, как они идут. А что, стекло-то не пропускаете. Ладно. По славу Божию. Это сегодня у нас 21 июня. 2021 года. Это вот мое место, где я нахожусь. Сейчас я включу свет попутно, чтобы показать. О! Дверь. Постелька. Ну, это мое оружие. Здесь я сижу. Нынче плохо что-то работает. Техника Алексей направлял, но, видать, не совсем. Здесь вот сижу, занимаюсь Словом Божиим. История России. Это выходит... Виктор Николаевич все приобретал учитель. Как он говорил, пошел в школу мучить детей. Преподают-то не то, что истина, а что скажут. Книги у него тут многие остались. Вот история России, чтобы видно было, вот какая. Написано с древнейших времен до начала 21 века. Огромная книга, огромная. Просто огромные. Вот она тут корочка, все оторвалась, надо переплетать. Ну и сколько же страниц здесь? 1262. Представь, 1262. Вот это вот на дороге. Здесь у меня лежит Библия, я занимаюсь. Вот. Вот такая книга здесь у батюшки взял. Иногда выходят люди этой веры. Открываю, считаю, что тут написано. Видите как. 2600 в прошлом году передо мной прошло мусульман. И ни один не считал эту свою книгу. Разве это правильно? И тут же вот лежит большая книга, мелким шрифтом написанная. Вот. Это будто бы Никита оставил, не знаю, кто тоже большая книга. Большая. Сколько приходится показать. Вот здесь вот история России. Вот. И это Александра Солженицына книга. Большая книга, толстая книга. Тут оглавление идет, страницы еще-то не указаны. 1200, а здесь 1200, 700. Как 1200?
Не может быть. Как это так? Непонятно. 12 тысяч. Как это 12 тысяч? Это ошибка какая-то. Что ж такое? 10 тысяч. Да то не может быть. Да как мелко-то написано. Ну-ка посмотрим. 407. Дальше. Есть. 594. Откуда это звано? 700 страниц. 940. Ну, 1000. Где ты? Еще не пойму даже. Ну, это очень большая книга. Тоже надо знать, считать. Ложимся. Кто-то любит, кто-то не любит, кто-то благословляет. А тут в окно видать. А что видать? Голубятня номер один. Вот оно. Тоже через стекло-то не больно рассмотришь. Крапива огромная под окном. Ну, а здесь уже документы, фотографии, книги. Виктор Николаевич уехал, многое осталось. А тут у меня шкафы со своими книгами. Это Новый Завет. Это тоже. Вот. Какой том. А здесь я сижу, пишу. Все на этом.